Поздравления от вице-губернатора получили судьи, следователи, полицейские, учителя. Все, кто выбрал своей профессии служение закону. За государственную службу, местное самоуправление, достижения в области права. Номинаций для лучших из лучших много, еще больше тех, кто в этих номинациях отличился и получил заслуженные поздравления и награды. Сегодня высококлассные грамотные специалисты, истинные профессионалы ценятся и пользуются заслуженным уважением. Именно поэтому в России так много профессиональных праздников. И даже в юридической сфере мы ежегодно поздравляем прокуроров и работников следственных органов, сотрудников милиции и судебных приставов, нотариусов и адвокатов и многих других. День юриста, установленный в 2008 году, объединил всех представителей юридического сообщества, независимо от места их службы.